Всем привет! С вами, как всегда, Добрый Доктор, и у меня для вас очередная интересная игрушка. Ее издает Devolver Digital, которая также издавала игры контор, подаривших нам Hotline Miami, Downwell, Luftrauser, а также в скором времени с их поддержкой выйдет Mother Russia Blitz. В общем, если вы видите значок этого издателя, то игра, скорее всего, качественная и интересная. Сама игра представляет собой что-то вроде карточной настолки. Вытягиваем карту и выбираем один из двух вариантов развития событий. Периодически нам в колоду добавляется новая карта, когда мы открываем нового персонажа, или получаем какой-либо предмет. Сюжетно же игра дает возможность примерить нам королевскую корону и править долго и счастливо с твоей страной. Вернее, так кажется на первый взгляд. Нам сходу намекает, что наша власть не только дар, но и проклятие, и мы обречены вечно править этим королевством, помня каждое свое правление. Причем, по сути, каждый новый король – это реинкарнация старого. Ну, ок, скажете вы, игровая условность, ну и что тут такого? А причина, по которой все это становится довольно жутким, то, что редко какой король доживает свой век до конца и умирает в собственной постели. Очередное правление заканчивается, когда один из основных четырех параметров – религия, армия, народ и бюджет – либо опускается до нуля, либо наоборот, полностью заполняется. Причем логично, что если опустить параметр до нуля, то произойдет что-нибудь типа восстания, нападения врагов. Но если сделать что-нибудь слишком хорошо в государстве, то тоже жди беды. Заполнили доверху казну, ваши подчиненные устроили грандиозную попойку, на которой вы подавились насмерть. Усилили армию до предела, генерал устраивает переворот. Единственная гуманная концовка при таком раскладе – это заполнение шкалы народа, после чего в стране наступает анархия, но вас оставляют живых, и вы умираете в глубокой старости. Если исхитриться и править лет это к 60, то можно помереть в собственной постели, за что даже дадут ачивку. В итоге, после пары часов игры, видишь в любом подчиненном гнусную скотину, которая стремится тебе подгадить. Поиграв немного, мы доживаем до 666 года, и тогда мы встречаем дьявола, который напоминает нам, что мы, собственно, заключили с ним сделку – душа в обмен на вечное правление. Мы только забыли попросить еще соответствующего долголетия, и теперь он ухахатывается с нас, постоянно гибнущего и перерождающегося. Сказав это, он оставляет нас и обещает вернуться еще через 666 лет. После чего в этой игре появляется цепочка событий, активировав которые, мы можем вырваться из этого замкнутого круга. Правда, порой не совсем понятно, что нужно сделать для продвижения по сюжету. Плюс рандом может сильно подгадить, оставив нас в безвыходном положении. У каждого параметра всего 100 очков. События могут отнимать или прибавлять в среднем по 10-15 очков, и часто одно решение меняет сразу несколько параметров. Немного облегчает правление поедание оранжевого гриба. Он нам дает дар предвидения, что выражается, что почти у всех событий видно, сколько очков прибавится или убавится от нашего решения. Периодически мы можем разыграть карту, которая будет постоянно увеличивать или уменьшать определенный параметр, причем будет это делать в режиме реального времени, что, честно говоря, несколько портит геймплей. Нам придется намного быстрее принимать решение, дабы не поиметь преждевременную смерть для очередного короля, что несколько раздражает и действует на нервы. В итоге нам часто приходится выбирать между морально правильным выбором и выбором, при котором мы остаемся в живых. Периодически мы можем попасть в подземелье, где мы можем отыскать какой-нибудь необходимый для дальнейшего прохождения предмет и выбраться наружу, ну или наступить на ловушку, или быть убитым ожившим скелетом. Причем, когда мы туда заходим, все параметры начинают падать в режиме реального времени. Если мы не успеем, то королевство сходится в хаос и анархию. Причем спускаемся и находимся мы там явно не месяцы и годы. Так что можно сделать вывод, что в наше отсутствие королевство способно скатиться в сраное говно за 5 минут. Иногда нам приходится лично браться за меч. Боевка в игре пошаговая. На выбор нам дается две атаки или спецприемы. Их можно учить по ходу игры. И боевка такая же рандомная, как и основная игра. Если не повезет, оба варианта атаки будут проигрышными, и мы попадем в безвыходную ситуацию. Иногда, кстати, мне попадались две одинаковые атаки. Кстати, игра весьма неплохо идет и играется на планшете под управлением Windows 8. Единственный косяк, по-человечески, можно выйти из нее только после смерти короля. Ну или использовать специальную программку, которая может вызвать клавиатуру или отдельные клавиши поверх экрана. Есть версия и под Android, но стоит она немного дороже.
Кстати, она не одна такая, а существует еще довольно много планшетных игр, которые идут как под Windows, так и на Android и iOS, но на последних они стоят дороже. Причем я говорю не о поделках из Windows Store, а именно про игры, которые продаются в Steam. Впрочем, я иногда замечал, что оттуда и из Play Market протекает всякий фри-то-плейный мусор для аутистов, но его вполне заслуженно закидывают отрицательными отзывами. Кстати, среди планшетно-ориентированных игр тоже встречаются довольно интересные инди-игры, которые вполне превосходно играются как на стационарном ПК, так и на планшете. В основном они с пошаговым геймплеем. Как-нибудь сделаю про такие игры отдельный обзор. С реиграбельностью тут более-менее нормально. Если игра вас зацепит с первых минут, то вы убьете за ней не один вечер или переезд в электричке. А если нет, ну что же, вы всегда можете вернуть деньги за игру. Саундтрек тут добротен, но бедноват. Явно игра не из той категории, чей саундтрек вы потом скачаете на свой плеер и будете его слушать отдельно. Ну, пора подводить итоги. Стоит ли игра своих денег? Однозначно стоит. Игра сделана довольно качественно, и я с удовольствием играл в нее на своем планшете во время очередной командировки. Помимо довольно хорошего геймплея, у вас будет удерживать основной квест, и в нее можно залипнуть очень надолго. А на этом у меня все. Если будете заключать контракт с дьяволом или с Министерством обороны, то внимательнее читайте надписи мелким шрифтом. Жалобы, замечания, предложения засуньте в комментарии. Всем пока, не болейте.